Погиб на месте. Сегодня ночью на Саранской трассе водитель рабочего автобуса сбил мужчину. В 4 утра на 103 позвонил 55-летний водитель рабочего автобуса, сообщив, что он наехал на человека. Водитель поворачивал в сторону Саранской шахты в 5 километрах от города Сарань, по его словам, убедившись, что на пути нет препятствий. В ходе движения с правой полосы внезапно появился пешеход, который в нарушение ПДД выбежал на проезжую часть в неположенном месте вне пешеходного перехода. В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что по предварительной данным, не справившись с рулевым управлением, водитель совершил наезд на 35-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции города Сарань, назначены соответствующие экспертизы.